Хорошо. Ну вот что это может быть? Вот это вот нетипичная пневмония, это явно не вирусная. Это идет поражение. Такое впечатление, вот если смотреть на человека, легкие как губка становятся, они поражены полностью, как вроде ожог какой-то или что-то вот такое с ними происходит. Вот я... И кровь густая очень становится сразу моментом у человека. Тромбозы идут и все прочее. Вот что может влиять на кровь? Химия. Какие-то химия, какие-то вещества, которые занесены в кровь. Возможно, с дыханием попадают через легкие, там напитывается кровь и разносится дальше по организму. Если не через желудок, скажем так, что через пищу, тогда через дыхание. Ну, насколько я понимаю, процесс. Или, смотри, химические вещества попали с дыханием, просто в определенный момент они активируются. Да, что-то запускается, какой-то механизм, процесс, что-то влияет на них. Они как накопилось их много, какое-то вот знаешь, как вот какая-то вот, Критическая масса, да, типа, критическая масса типа, да, надышали. или критическая масса или что-то вот. Может даже критическая масса вот доходит до какого-то уровня. Или это уже у всех почти, но активируется, допустим, неким излучением в резонансе. Да, или вот такое, что что-то идет, потому что болеют же не все, дышат же все одинаково, болеют не все одинаково. Вот смотри, как сзади на спине даже у меня как некий портал. И у тебя был, когда ты тем же болела. Чем тебя вытащили в такой ситуации? Вы вытаскивали все как... Ну, мы-то понятно, а медикаментозно. О, это было три антибиотика и гормональный. И это было одновременно три очень крутых, хороших антибиотика. Из новейшего поколения, скажем так, а один не справлялся. Пока кололи один, мне было хорошо, 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 ну как бы лучше становилось немножко, а потом какой-то один момент обратно сбой и обратно на минус. А потом еще два подключили и еще один, и вот три одновременно, это уже начало помогать. И То кроме есть, того, гормоны. как при астме, да, разжижитель крови, Да, гормоны для да. того, чтобы легкие начали работать. Да. Получается, у тебя было все-таки что-то бактериальное, либо инфекция. Антибиотики Не, зачем? непонятно, потому что иначе организм не справлялся, шло поражение дальше и дальше и дальше. Понимаешь? Вот если вначале там меня Сашка слушал, вот нижняя доля вот тут легких была поражена, то потом практически уже вот непонятно куда это поражение. Я не делала никакого рентгена, скажем так, я не ездила, но если он дома слушал, слушай, сотни людей. Если обычная бактерия, инфекция, она как бы сверху идет. То есть она Да. сначала попадает наверх, а потом идет вниз. А тут наоборот Да. получается. Да, во-первых. А во-вторых, очень быстрое, скажем так, ну, очень быстро Развитие. развитие нетипичное. Ну, если обычно человек там 3-4 дня больной, кашляет, чихает, и потом только подключается пневмония, то тут трюх и сразу. И, во-первых, ну, я не знаю, очень многие говорят, что температуры практически нет. Единственное, как это проявляется, это всего лишь кашель. Боль в спине и кашель, все, больше ничего. Ну, судя по тому, что пропадает у многих просто обоняние на некоторое время, это скорее я склоняюсь к химии. У меня пропадало тоже обоняние. Я, наверное, день или полтора, может, два ничего не чувствовала. Я как-то списывала на то, что у меня хватило ума в это время почти. Я думала, мне уже легче стало, вырвала зуб, и у меня там ранка была. Я думала, может, это из-за этого, что там у меня в роте лекарства, что-то вот. Но у меня четко дня два я не могла кушать, потому что у меня, ну, вкуса не было. Даже не то, что и обоняния не было, но и вкуса не было. Ну, то есть все равно, что бумагу грызешь. Это невозможно кушать, если не чувствуешь вкуса. Ну, может, кому возможно, я не могла. Если смотреть на кровь, скажем так, как в это время выглядит кровь, мне такая она красивая кажется, знаешь, как туда вроде кто-то блесток насыпал. Вот знаешь, обычные вот эти блестки, которые там тени или девочки себе на А голову, чтобы блестки его... из чего сделаны? Металл. Ну понятно. Да. Какой именно? Кроме алюминия, какой-то, который там БА написано. Барри. А это металл? Да? Тогда барий. Я просто вижу БА.
Ну, Илья, Барри. я же чукча. Я же в школе прокурила химию. Я тоже. Смотри. Тогда. Как сделать так, чтобы этот Барри перестал попадать? Или изменить свойства энергетики человека легких? Я сейчас очень хорошо вижу, как это действует. Это как микроволновка реально. Вот эти Да. вот точечки, они нагреваются и поражают полностью легкие. Какое-то идет излучение, как волны, и вот эти точечки, они разрушают. А вот как сделать? Ну что делать? Или не включать вот эту микроволновку? Или выводить из... Микроволновка всегда включена. Вышки Вот. стоят. Да. Неважно, как они называют. 5G, 6G, неважно. Там даже 3G просто дают эти. Да, они это излучение гонят и гонят, и не столь важно. Просто новые частоты сейчас идут такие, что вот именно межмолекулярное взаимодействие и резонанс, энергия появляется из ниоткуда, просто, ну, разносит. Эффект резонанса, он, мягко говоря, мало изучен. Мосты Может... разрывают, люди пешком идут, а мосты разрывают. Блин, капец. Может, чтобы меньше этого в крови оставалось и как-то выводилось быстрее, потому что впечатление, что оно не водится. Вот оно накапливается, накапливается, Ну, его много-много. дышит и остается в легких, да. Да. Ну, вот так, чтобы не попадало как-то, я не знаю, как это сделать, но... Откуда они берутся-то, понимаешь? Почему именно барий, почему не другие вот элементы? Я увидела просто, ба, может, я ерунду увидела. Да. Алюминий вижу, барий вижу, больше ничего не вижу. А, больше почти ничего и нет. Либо очень дорого. Алюминий просто, ну, по сути, принимает. Что там еще? От какой-то активности у него я не вижу. Просто много дешевого металла можно сделать. Оксидом, но оксидная пленка всегда образуется в алюминии вокруг него. Как его в воздух-то, как его активируют, что оно летает по воздуху? Химтрейлы. Да? И что? Он они, да. Ну да, но а они же не всюду, не на всей земле, а люди болеют. Хотя на у нас всей земле просто да. где-то могут включить излучение и тогда легкие начинают вибрировать. У меня вот вышка вот недалеко совсем стоит Это от меня. У всех недалеко, поверь. Их понаставили уже каждые 200 метров. В глухой деревне и только по 3 вышки. А интернета как не было, так и нет. Они не для связи стоят. Это уже всем очевидно. Несколько целей, в том числе и контроль психики. И покрытие, чтобы мы не чувствовали природу, чтобы скрыть сознание, подавить, чтобы нас не видели другие люди с других планет и так далее. Много целей. Ну, в том числе немножко связь. Там как-то еще, знаешь, такое впечатление, что частоты человеческого организма, излучение человеческого организма меняются, если Угу. вот этих вот блесток много очень. Да. Если смотреть на человека, он как низкочастотный какой-то становится. Я не знаю, как это правильно объяснить, вот как он более вот такой. Определенная энергия начинает поглощаться, да. Угу. Такие. Первородные связи с Богом и прочее, божественные. Гасится энергия. Какие-то химические вещества есть, которые выводят? Есть же. Есть. Мне в комментариях писали. А мне вон Миша рассказал, как это тоже хорошо помогает. Обычная кислота, чтобы, ну вот, допустим, тот самый ацетилсалицилка, аспирин тот самый.
Выпиваешь, а потом через несколько часов щелочной раствор, немножко соды погашенной. Ну, как погашенной. Залил горячей водичкой, чтобы оно постояло. И потом, во-первых, вот эта вот кислотная вот среда немножко, оно, знаешь, вот эти Щелочная. вот... Да, они немножко как прилипают вот эти молекулы, они слипаются вот так один на другой, вот это вот, и тромбики потом образуют. А вот эта среда их вот делает, Щелочная, да. разделяет их. А потом вот эта сода, она просто их выводит из организма и все. Но, кстати, хорошо помогает. Долго не стоит усердствовать, но дней 5, Миш, я дней 5 это делала, по-моему, говорила. 4-5 больше не 4, надо. да. У тебя организм должен нулевой pH сам держать, а не искусственно ты должна это делать. Но она и так мясо не ест, поэтому кислотность нормальная. Она Аша. кофе пьет, кофе раскисляет сильно. Да, кофе я много пью. А я рыбу кушаю, это не страшно? Смотри, Я ее немного кушаю, но все кто-то равно. может испугается. Рыба, во всяком случае, точно испугается. Но я немного, но все равно кушаю. Мясо вообще не, никакое, а вот рыбу кушаю. Умка. И Все грибы хорошо. кушаю. Веселые Ребята, или обычные? обычные. Веселые, все как-то надо, все как-то не срастается. Уже и договорилась, и Ну и все, ладно. никак не встретимся Ну ладно. с почтальоном, который грибы приносит. Смотри, какие-то энергоструктуры есть, которые активируют эти болезни. То есть ты хочешь сказать взаимосвязь с какими-то эгрегорами? Эгрегор, перенос просто информации, копирование структуры болезни, потому что это же все можно через компьютеры, скажем так, через вышки на человека информацию опустить, структуру, и он заболеет, рак и прочее. Ну, сильно это расчухается, и то не факт. А те, кто готов принять? Ну, кто в резонансе, да. Кто вот в страхе живет, в депрессии, выжатый энергетически и Кому прочее. там жить не хочется временами? Ну, Да? это многие. М? Это многие сейчас запуганные Вот я многих и ковидом. говорю. Сейчас очень многие люди, вот к нам даже приходят, Миша, вон. Самоубийств полно. Да, постоянно говорят, что у меня были мысли о самоубийстве. Это практически каждый говорит, что очень тяжело было бороться там. Или я помню, еще мы с Пашкой работали, постоянно говорят, что ну, много это, что не хотят жить. А эту В программу только Австралии запустили. куча самоубийств, причем среди молодежи. А потому что человек животное социальное, а запретили все общение, запретили передвижение, все, и в клеточках кролики умирают. Психика не выдерживает у людей. Специально это делается. А помнишь вот эти программы «Голубой кит» и еще были программы, что какие-то социальные группы там молодежь затаскивали туда, Да. и они потом, это тоже ужас, как они так Да, куча сект. ломали настолько мозги, что человек шел и выпрыгивал с крыши, это же Да, кошмар. да. А у нас, помнишь, я тебе ссылку скидывала, вот как после этого ковида люди чудюх и вниз. Типа после ковида, ну тоже запирают их туда, и у человека ломается психика. Да, это все дело. Ну, я сделал разбор. Пытки, где все, что Да. происходящее, это единственный вариант пыток, по сути, психологической. Даже голодание, оно целебное может быть. Вопрос, как это все сделать. А вот то, что с нами делают сейчас, это пытки. По всем критериям, категориям. Домашний арест. Эгрегоры влияют. Эгрегоры, ты говоришь, вот структуры, какие Эгрегоры раз, начали. второе, именно конкретно типа вот порчи магические. Вот такая вот самоподдерживающая структура болезни легких на людей опускают массово. Ну понятно, что через СМИ транслируют Скорее через СМИ, да, структуры. это идет активация, как смотришь И телевизор, кто вот идет активация. цепляет, тому переносится, кто на себя.
кто открыт вот этому говну кто из телевизора. На, кто, да, кто на себе это вот как проассоциирует себя с этим больным, как бы. Ой, хоть бы не заболеть там себя. Или что-то такое. Да. Или даже, ой, не, я не заболею, в любом случае. Это, ну когда себя ассоциируют. Копируется эта программка, да? Да. Ну вот смотри, она есть где? Вот в эгрегорах точно вижу, что есть. Оно как внесено уже, как вот... Ну вот хми эгрегора это точно есть. Но религиозные там меньше тоже есть, но меньше. Ну вот выдели, покажи эту структуру как отдельную работу для доктора. Пусть доктор лечит и эгрегоры, давай. Все, он боевку настроил, получилось. Угу. И как раз таки ты будешь маленький, а моно большая, потому что в скайпе так есть. Угу. Ты будешь записывать. Да, но и бандикам, ну бандикам что-то мне по качеству говнище вообще. ОБС-ка, да. Она и стримы позволяет проводить, и все. И бесплатная. ОБС-студия. Ну вот сейчас в одном качестве, смотри, 8 минут 120 мегабайт. И во втором качестве 3 минуты 55 мегабайт. Это я. Почти уже... никакой разницы. Почему-то у тебя. Все, ребят, обнял, пойду. Давай. Хочу. Пока, Миш. Мы с этим пневмонией сейчас немножко поколдуем. Да, если спать не буду, через час. Хорошо. Приду. Ну, как пойдет, да. Да. Давай. Покажи доктору. Я показываю, он смотрит. Религиозные, да, но в меньшей мере. Они не очень задействованы сейчас. Угу. А вот такое впечатление, есть такие эгрегоры, как эгрегор государства. Есть же, да, большой такой, над какой-то территорией, и туда-туда-туда ходит. И да. Он, да, да заточен такой... на геноцид и на уничтожение именно вот такой. Вот туда как просто, вот знаешь, как тюрёх и шприца туда прям добавили, и все. Люди, которые ассоциируют себя с кем-то, с чем-то, с территорией, с чем-то, это им как прилетает, как бы дару. Ну, каждый себя как-то проассоциирует. Там пенсию бабушка получает, и то это же она как гражданин какой-то страны, да, получает. Да, да, все, кто подключит к эгрегору. Вот Украина, Россия, смотри, шприцы особо большие. Да. Покажешь, кто этот шприц в туда запихивает. Ну, я вижу, это одна структура, но только люди, которые проявляются мне как ответственные за эту структуру, совершенно разные. В России это больше идет как, я не знаю, этот ваш какой-то греф, но это всего лишь он часть какой-то большой, да, структуры. Да, да, да. Это все масоны. А, смотри, что, да, их объединяет. Да. А в Украине это этот американский. Да пофигу, кто Байден и прочее. Это да, все да. Глобально. Это да, это глобалисты рой. Просто идут. Что их объединяет? Принадлежность просто к муравейнику, к рою, принадлежность. У них общая идея, скажем так. А сейчас какая идея? Довести до конца какой-то план, который у них есть. А что за план, смотри? Я вижу, как выжать грибницу все. Угу. Муравейник замирает. Ну вот, да. Рой умирает, то бишь, да. Да, выжимает. Массовое коллективное самоубийство. Потому что они умирают, а это одно сознание, и мы должны умереть, типа подключенные к ним. Печалька. Угу. Люди-то все так или иначе подключены к этим структурам, но даже через вот этот вот государственный эгрегор.
Ага. Покажи доктору эти структурки больные, которые информационно на людей вешаются, пусть снимает. Просто знает, что такое есть. Пантерки жрут. Угу. Знаешь, как такие паучки большие, только не вот так, как на конов, а вот такие попроще, но они как вот сюда вот тру, на каждого Да, человека. я их Как... говорю, структура сзади какая была. Да, как мина для медленного действия Угу. какая-то вот она. Утралась. Пантерки. У тебя такая тоже? Была, но у меня там много чего и на разных уровнях. Ты убрал? Для коллекции оставил. Я не вижу тебя просто, Илья. Поэтому я их спрашиваю. Угу. А почему не видишь? Не знаю. Ладно, ладно. М? Ну ладно. Ну ты один такой паучок сломай, и ты сломаешь все. Сам принцип на квантовом уровне. Собачкам покажи, пусть ищут, где код, в каком компе это сделали, и найдут, и уничтожат комп. Людям будет чуть полегче.